Всем привет! Мы приехали в Выборг, уже гуляем около фонтана, около каких-то там не друидов, или как называются? Как штуки называются эти? Не драконы, короче, около каких-то лодок. Гуляем, там у нас экскурсия идет. И погуляем, но на саму башню не заберемся, потому что она сейчас закрыта, но зато замковый остров, он вполне доступен, мы там с вами побродим, походим, посмотрим интересные места, вспомним интересные события. Который приехал сюда из Германии, мы с вами сегодня вспомним его, это Людвиг Генрих. Ну какова красота! Вот куда мы забрались. Кстати, очень удобные туфельки. Не скользят, в отличие от ног. Сейчас еще куда-то поползем. Захотелось холодного чая. Купила вот какой-то северный ра. Показывай. Вот такой чаек. Гуляли мы, гуляли. И немного потерялись. Поэтому любуемся красотой в полнейшем одиночестве. Это не тот Олаф Снеговичок, который любит жертвы бить. Если кто-то смотрел «Холодное сердце», другой Олаф Карлсон. Сыры в каждом городе. Ты где? В каждом городе покупаем колечки, а в Выборге купили браслетик из сахарного кварца. Вообще красота. Еще вот такие прянички вкусные. Мы снова тут пришли за вкусными калитками. И так, мой компотик этот, да. О шоколаде, и вас ждет такое увлекательное занятие, как его дегустация. Район этот нашего города связан непосредственно с именем Петра Первого. Вы знаете, что буквально позавчера отмечали 250 лет со дня его рождения. Вот такой миниатюре. Вы уже были в замке? Да. Да, гуляли. А вот теперь познакомьтесь, как он выполнен из шоколада. На ваших тарелочках выложено больше, чем 30 грамм. Ну что, сходили мы в музей шоколада. Особое впечатление, конечно, он не произвел. Но кое-что купили. Вот такой шоколад деткам оранжевый. 380 рублей. Это молочный с нотками апельсина. Этот какой-то супер крутой. Прям что-то его так нахваливали. В общем, взяла. И вот уже 380 рублей. Ну и пиво. Шоколадное какое-то. Шоколадный портер. Надеюсь, Максу понравится. Ира тоже что-то схватила. А, у нее тоже такое же пиво. И такая же палетка шоколада. Красота какая. Купаться бы сейчас на этом пляжике. Но мы поехали домой. Мои хорошие, я уже дома. Открываю посылочку. И сейчас буду заниматься уборкой. Потому что скоро я уезжаю в Москву. А здесь у меня суперсредство для чистки. Ванны, раковины и туалета. Подходит для акрила. Прямо от души рекомендую. Сейчас распечатаю и покажу. Девчули, вот такое средство беру на Валберес. В районе 300 рублей стоит. Ну, иногда 350, когда 270. В общем, рекомендация от души. Пришли после шопинга в кафе. Сидим в таком красивом месте. Я сегодня не в настроении. Поэтому, когда папа ушел на работу, заказала нам с сыном роллы, а еще пиццу. А не в настроении, потому что мы сегодня почти 20 тысяч оставили в спортмастере, и из этого мне не купили ничего. В общем, как-то обидненько, грустненько. Покажу попозже покупки, а может и не покажу. Котики мои хорошие, давайте покажу, что я привезла родным и близким из Выборга. Конечно же, шоколадки. И знаете, что я была в музее шоколада, и сказали, шоколад плохой, если в составе на первом месте идет сахар. И тут, представляете, как раз сахар. Вот. Еще финскую шоколадку купила, и у нее тоже в составе на первом месте сахар. Ну вот что такое? Ну, в общем-то, я купила это еще до музея шоколада, поэтому не знала, как выбирать правильно. В музее шоколада тоже купила калеты, но их уже сама слопала. И пиво шоколадное тоже сама выпила. Это у меня марципан, финская продукция, так как Выборг находится в 20 километрах от Финляндии. На границе продают всякую вкусноту. Поэтому и шоколадка у меня одна. Ой, нет, а вот эта вот шоколадочка. Финская, марципан финский. Вот такая вкусняшка сыну из Финляндии. Вот, ну а уже шоколадки.
и пряники с Выборга. Вот такие классненькие. Еще был крендель, но крендель я уже сама тоже, конечно же, слопала. И этот надо быстрее бабушкам, дедушкам раздать, пока сами не заточили. А вообще на этой неделе я уже мчу на 5 дней в Москву. Так что оттуда что-нибудь тоже да привезу и, конечно же, вам покажу. Так, мои хорошие, что я вам сегодня еще покажу? Нет, покажу вам не кота, а покупочки из Спортмастера. Сегодня парням купили кроссовки. Купили шорты и еще и футболку папе купили. Короче, я злая, так как потратили мы 20 тысяч, а мне ничего не купили, только ему. Я, короче, какая-то обиженка, хотя вроде мы тоже всего покупаем. Но что-то я сегодня была расстроена. Сейчас вроде бы отошла, и давайте покажу, что же все-таки купили. Кроссовки мелкого 7800. Вот такие белые. У него сейчас Nike, и он захотел чисто белые. Я думаю, будет снова ходить в спортзал. По крайней мере, кроссовки, это, знаете, такая неплохая мотивация. Ну, а папаша в зал ходить не будет. Но кроссовки себе тоже выбрал за 7000. Это у нас бренд. Какой? А тоже, кстати, Puma. Мне кроссовки его, конечно, не понравились. Он смотрел Skechers за 8500. Те были крутые. Ну, вот он сказал, что хочет такие. Хотя всегда покупают белые. Тут взял какие-то практичные. Ну, да ладно. Пусть таскает. И в подарок дали еще вот такие салфетки. Салфетки это полезные, очищающие для обуви. Так, смотрите, отец купил красные короткие шорты. Вот такой бренд. Сегодня 13 июня. Скидочки. Видите, 1399, а не 2000 шорты. Хотя цена очень даже не дешевая. А сын взял Термит. Обожаю, кстати, этот бренд. Тоже скидочка. И еще футболка Outventure у отца тоже на скидочках. Так что сегодня 13 июня. Я, наверное, сегодня уже видео выложу. Так что, если вам что-то вдруг понравилось, то, конечно же, загляните в свой Спортмастер.